Красота. Действительно, друзья, Турция – это очень красивая и интересная страна. Очень люблю Турцию. Очень люблю, чересчур люблю страну Турцию, друзья. Если вы тоже любите, ставьте лайк и обязательно комментарии напишите свои мнения про Турцию, друзья. Турция – это такая страна, демократическая страна, дружелюбная страна. И здесь люди себя чувствуют как у себя дома, комфортно. Домашняя атмосфера, природа, богатая история, пляжи, море, возможность есть, друзья. Турция вот такая страна в самом деле, друзья, очень интересная, полезная страна. Так что, поэтому, как турок, как настоящий турок, друзья, я вас все приглашаю просто путешествовать, посмотреть страна Турция, север другой, юж другой, запад другой и восток совсем другой, друзья. Это разнообразная страна. Так что, поэтому я считаю, что альтернативы нету. По-любому люди сюда приезжают, так-то добро пожаловать в городе Мерсин, друзья. С вами город Мерсин. Мерсин. Еще раз город Мерсин, друзья. Мерсин – это очень интересный город, перспективный город. Сейчас здесь уже практически открыли аэропорт. Мерсинский аэропорт, Чукурова аэропорт, друзья, уже 10 августа открыто, друзья. Даже наш Эрдоган, президент страны, приезжает для открытия аэропорт, друзья. Так что еще метро строится. Еще здесь очень много стройки и дорог делают. Широкие, красивые дороги делают. Вообще в Турции дорога очень красивая. Кто был в Турции, они знают. Даже гора, даже село. Здесь дорога очень красивая. Так что, друзья, с вами компания Arbatoms. Компания Arbatoms 15 лет на рынке недвижимости. Вместе с вами развиваемся. Компания Arbatoms, как Турция, как город Мерсин, тоже уникальная компания. Так что я вам хочу сказать, я очень люблю свою работу. Поэтому 15 лет мне не надоело эту работу. Потому что я удовольствие получаю, потому что быть полезным. Как? Полезным. Быть полезным, да. Это мне дает счастье и здоровье. Это, от этого получаю удовольствие. Так что хочется много с вами говорить, но наш оператор не разрешает. Сразу у него глаза, лицо меняется, как-то я долго разговариваю. Наша задача, что проекты показывать. Здесь район Мезетли, здесь есть новый, пока на стадии стройка, интересный проект, друзья. Пока на стадии стройка, очень хорошее место расположения, центр Мерсин, друзья. Такой проект, практически масштабный проект, центр Мерсина нету, друзья. Так что мы сейчас вообще находимся в Алане, но рассказываем про город Мерсин, дорогие друзья. Так что, поэтому я вам хочу сказать, это уникальный проект для центра Мерсина. Это хороший проект. И на стадии стройки еще есть несколько квартир. Много продано, друзья. Если вам интересно, 1+1 и 600 квадратных метров. И богатая инфраструктура. Есть бассейн, есть тренажерный зал, сауна, есть охрана, есть огромный большой сад, друзья. Сами большой плюс, еще рядом есть университет, друзья, в этом районе. Поэтому для сдачи аренды тоже очень хороший проект. Если вам интересно, под видео есть наши контакты и ссылка тоже есть. Нажимайте эту ссылку под видео и получайте более подробную информацию. Я люблю больше жизнь здесь, в Мерсине. Жизнь здесь разнообразный. Это туристический город и промышленный город. Очень разнообразный город, друзья. Возможность есть здесь не только как Алания, как Анталия, Бодрум, туристический город, летний город. Здесь
зима, летом жизнь кипит, и возможность есть, перспективный город, образование, медицина, все-все есть в этом городе, это моя родина. Еще самое главное, что я здесь живу, друзья, в Мерсине. Так что всем удачи, друзья, любите себе, дарите себе Средиземное море. В самом деле это не люкс, вот возле моря жить, это... Не только деньги, друзья, это для здоровья нужно. Все люди, много людей сюда приезжают. У кого сердце болит, у кого давление есть, это все пройдет. Я сам тоже возле моря как-то нахожусь, себе очень хорошо чувствую. Потому что это воздух, потому что это море, потому что это горы, чистый воздух. Это все здоровье, друзья, дарите себе. Поэтому я вам говорю, дарите себе Средиземное море. Всем удачи. Пока.